Семена и саженцы можжевельника казацкого Кнап-Хилл вырастают в полноценный кустарник с раскидистой кроной, достигающей высоты в 1,5 метра. Растет со средней скоростью, увеличиваясь каждый год на 15 см. Хвоя выполнена в форме мягких иголок светло-зеленого цвета. Со временем на ветках появляются мелкие плоды в виде шарообразных шишко-ягод. Обратите внимание, что они ядовиты для человека и их нельзя употреблять в пищу или в качестве компонента рецептов народной медицины. Также представляют опасности сок веток, поэтому обрезку можно производить только в защитных перчатках. Можжевельник казацкий Кнап-Хилл – это многолетнее растение высотой 20-30 см. Кустарник хвойный лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок и может достигать до 120-150 см в диаметре. Можжевельник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. По типу ствола можжевельник казацкий Кнап-Хилл можно отнести к группе низкорослые. В качестве места выращивания можжевельники прекрасно устроят открытый грунт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.